Него? Да, блять. Ну шо, бабка, иди сюда, на. Так, сейчас стало полегче намного, ребят. Вот сейчас стало 100% полегче. Все, я понял, что отключ, хорошо. Иди сюда, ёпта. А можно это вот туда в бок? Да булька, давай, 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 давай. На, ёпта. Я не могу забрать. Могу, прикинь. Она все стоит. Иди отсюда нахуй. Бля, дай пройти, ёпта, бабка. Прикинь. Дай пройти, блядь, ты. Банушка, что? Так, теперь мы с тобой 100%, знаешь, что делаем? Вот сюда идем. Сюда кидаем эту тему. Идем вниз. 2 минуты, да, у нас с тобой? 2 минуты. Для крысы, бан, иди в пизду. Берем с тобой сейчас книгу. Идем. Это что? Нихуя нет. Идем. Она, конечно, типа уснула, понял? Блять, тварь такая, ты заеб... Блять. Ну это пизда. Я его освободил, типа. Ну и что? Так, ладно, берем. На бабку еще, ну, есть. Как бы, да. Так, хорошо, здесь мы нашли картины, картины. Может, реально что-то за картинами что-то есть где-то, что-то. Где-то что-то... А, вон, смотри, что есть. Бля, такая тварь это, блядь. Отвертка, что-то еще. Отвертка и банка, кстати. Ну где бабка, блядь? Нету пока, ладно. Хуй с ней, как говорится. Кажется, вроде ее здесь нету. Так, здесь нихуя реально нет. Ладно, хуй с ней, погнали. С отверткой. Ля-л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 я. Отверточку мы с тобой нашли, кстати, самое. Блять, ёпт. Отвертку мы с тобой нашли. Каркей, окей. Машина у нас с тобой есть. Все, она вон находится. Машина у нас с тобой есть. А он не брызгает, да, больше? Не. It's empty. Пошли, бабулька. Ну ты отсосёшь, ты в курсе? Бесконечный тип, блядь, или что? Так, хорошо, 2 минуты у нас с тобой есть на все про все. Так, кусачки, кусачки. Кутер, это для чего вообще? Кранк. Бля, ну больше здесь вроде... Я все обыскал, ребят, все. Я все реально обшарил, вот реально все. Да может надо крысу завалить одну? Хер его знает, честно. Здесь ничего больше нигде нету. Может, ну типа я что-то не увидел? Хер его знает, честно.
Валя, я тебя сейчас завалю, иди сюда. Это чё? Спайдер-кей, сюда. Так. А вот это мне уже надо. А вот это уже очень-очень-очень хорошо. Вот это очень хорошо, я тебе хочу сказать. Блять. Куда спайдер кей? Бля, паук. Брат, ну ты же меня не укусишь, да? Так, а здесь что? Ой, бля, иди нахуй. Это, кстати, было жестко. А, это к тачке проход. Хорошо, это быстрый проход к машине здесь. Ну, погнали туда, ладно, загоняем, если чё. Бля, вот это, кстати, такое реально. Это, кстати, такое, что здесь большой паук есть. Playhouse кей. А вот это уже очень интересно. Реально, если здоров паук. Там реально здоров паук, ребят. Реально здоров паук. Ой, бля, бабка, ты чё нахуй? Ебанулся, ну ебанулась что ли, совсем? А где, кстати, арбалет мой? Где мой арбалет? А вот он лежит, всё. Блядь, короче, надо, короче, около паука дальше побегать там. Я понял. Погнали. А, на улицу выходит. Ой, старая, блядь, улица сказать. Блядь, кстати, там, где паук, реально. Ну, погнали, бля, очень противно, мне кажется, сейчас будет, но ладно. Хуй поделаешь, когда делать нехуй, да? Как говорится. Он с тобой 100% наверх. Мы, в принципе, дом весь обыскали. То есть дом обыщен весь. Реально. Мабуль, пошли. Идешь? В принципе, здесь обычно реально все. Все, что только можно, я здесь обыскал везде. Осталось только пауку идти, да, там пау... между... около паука гонять. Бля, ну это будет опасно очень, конечно, сейчас. Ну ладно, хуй с ним, что могу сказать тебе. Зря ты сделал, конечно, ну ладно, пох. Мне один хуй на втором этаже только нужно еще будет. Здесь, в принципе, у ворона только забрать осталось, все и все. Поехали. На, ёпта. Отдай только мне, пожалуйста. Так, 2 минуты, блядь. Так, это у нас еще есть. Блядь, здесь где-то еще тоже был. Бля, вот видишь, проебал. Надо собирать. Ладно, let's go, чё, к пауку. Будет сейчас овер страшно, но чё уж поделаешь. Чё уж поделаешь, да? А там ничего нету? Нет, там вроде ничего нету. Вот, смотри.
А ему похуй. Ему похуй, прикинь. Паук, блядь, паук. Пиздец, блядь, это, конечно, такое. Это не паук. Это хуйня с большой башкой, честно. Вот куда нам нужно. I will crank. Так, хорошо. А вот сюда если пойдем, что будет? Тут две комнатки. Мясо. Это заебись. Ты где, блядь? А, это я понял, где все. Мясо нам нужно для паука большого. Ну, не для этого, а для другого. Бля, бабка, иди нахуй. Иди нахуй, иди нахуй, пожалуйста. Бля, бабуля, иди в пизду, пожалуйста. Бля, ребят, наверное, эта серия будет разделена на две. 100% на две будет разделена. То, что она длинная. Мы с вами еще не выбрались нихуя. Вот такой с нас. Сосешь ты, блядь. Спасибо, надеюсь, зала. Бля, где этот? Прибал этот шприц, что ли, блядь? Где он? Он здесь не светится. Буль, иди в пизду, пожалуйста, ты заебешь, реально. Заебла, блядь. Ой, заебет она, честное слово. Давай ждать, пока она уйдет, хуля. Ебать, ну там у паука очень много, слушай, много всего. То есть, по факту, она нас тоже... Там какая-то хуйня с башкой ходит, типа паука, блядь, хуй знает. Еще нужно, она прошла туда. Я тебе помню, куда мне нужно колесико это ебаное. И мне нужно уйти туда, куда она вглубь уходит. То есть, в левую сторону нужно, вправо, а в левую нужно уходить теперь. То есть, по факту, мы с тобой весь дом облутали. Весь дом облутали мы с тобой, 100% весь. То есть осталось только... Ну, кроме третьего этажа мы с тобой не облутали, да? Там, да, там полностью, там надо паука же забрать, что-то, да, будет? Там паука надо кормить мясом как раз-таки. Вот, и что-то еще. Вот, то есть прикинь, ребят, сейчас только первый день, ребят, только первый день, а я уже столько всего сделал, то есть я могу сейчас за один день просто сбежать. Но серийка получится длинная, она, сказать, будет разделена на две. Вот, и что хотел сказать-то? Короче, весь дом мы с тобой облутали, кроме третьего этажа. Вроде внизу все облутали. Да, внизу мы с тобой все облутали. Оружие мы с тобой так еще не собрали. У паука нам осталось только паука что-то забрать нам. С тобой-то, да? Вот, и что еще там? На улице что-то собрать еще? На улице собрать нужно. Вот это, две шестеренки найти. И в целом все, и паука облутать, все. Остальное мы с тобой все облутали. Все, блядь, облутали. Вот, с тобой мы облутали все, реально все. На улице она. Все, бабуля, ты отсосешь сейчас. В курс сейчас отсосешь моментально, блядь. Так, кидаем здесь. Тебе пизда, кстати, ты в курсе? Тебе пизда, бабуля, кстати.
Ну так. Быть в курсе, кстати. Так, мне нужно сейчас на третий этаж. Пусть пока это здесь лежит. Я думаю. Блять, тварь такая. Давай, ладно, здесь ее подождем, блять. Придет, сейчас отсосет максимально она. Где она, блять? На, ёпта. Все, заебись. Так, это пока мы кидаем с тобой здесь. Пусть она здесь лежит. Это нам сюда не входит. Нам нужно идти наверх, на третий этаж, грубо говоря. Да уйди ты, ёпта. Старая, блядь. Уйди нахуй, говорю тебе, блядь. Так, здесь вот у нас с тобой остался один шприц. Иди нахуй. Один шприц у нас с тобой остался, ну, точнее два. Один я проебал где-то, конечно, там внизу. Вот, картина тоже посмотрел. Здесь вот такая тема и все, блядь. Больше ничего такого нет. Наверх мы с тобой идем к пауку, получается. Я правильно понимаю? Скорее всего, да. Там паук, так понимаю. На, иди. Нашел. Так, здесь что у него? Подлог кей. Так, здесь больше ничего у нас точно нету, блядь. Вроде здесь больше ничего такого и нет реально. То есть молоток здесь лежит. Давай, она появилась. Вроде должна уже была появиться. Вроде должна была уже появиться. Конечно, пизду ее. Реально. Открываем сейчас с тобой дверьку. Смотришь? Катинг. Ну, блядь, подлог, нет? Ну, подлог, окей. Что ей не нравится? А, вот внизу, блядь. Хорошо. Где она, бабка ебаная? Ну, идешь. Пошли. Быстрее, давай только, пожалуйста. Пошли, пошли. Я открою эту дверь, но пока сбегать не буду. Мне интересно изучить у паука все, если честно. Где она, блядь? Наебанутка. А похуй, пусть там стоит. Шла в пизду она, блядь. На, вот так уроню ее здесь. Бля, уйди нахуй, пожалуйста. Идет. А, крыса, блядь. А где у меня этот лежит? В одизу, наверное, да? Мне интересно паука изучить кое-что, да. То есть бежать я сейчас в любом случае смогу. Бля, тут пиздец, конечно. Бежать я в любом случае смогу сейчас. То есть это вот так делается. А, нет. Мастерки. Ну, подлог вот у меня, нет. Не подлог, кей. Подлог, кей, вот он у меня, блядь. Пошли, бабуль, пошли, пошли. Ну, заебешь ты реально. Ну, пошли, заебало, заебало, пошли, блядь. Ну, а, у меня наверху он, блядь. Най-най-най-най-най-най-най-най-най. Так, ладно, погнали пауку тогда, хули.
Тут где он находится, не помню. А, он наверху находится. Ну давай сейчас здесь все наебем. Иди сюда, блядь. Идешь? Да все, все, бабку, успокойся. Так, нам с тобой вот туда нужно, в Spider-Ed. А подлог Кейну, я взял его, нет? Он не хочет, прикинь. Так, ладно, нам с тобой сюда. Так, большой вижу я, вон. Башка, блядь, что, блядь? Не, он ползет сюда, все, он ползет, ползет. О боже, блядь. Только не помню, куда, блядь, идти. Он там где-то ходит. Вот сюда вроде, да, нам не нужен, да. Да, что ли, да. Вот сюда нам нужно. Бля, отвертка еще здесь нужна. О, лифт. Нихуя, прикинь, лифт есть. Какие-то сундуки, блядь. Да.
Двигатель мы с тобой нашли, короче. Ну, часть двигателя. Бать, там сколько проходов у этого паука, прикинь. Ой, блядь. Ну, короче, все, все есть. А, не, мне вот это нужен. Погнали. Бля, пошли уже. Смотрим. Это, короче, нам нужно от другого, бля, ебать. Там много всего, я в ахуе просто реально. Тут пиздец много, тут прям очень много, большая локация прям. Да что это тебе надо, блять? Я играл просто в другую, чуть упрощенную версию. Там просто был дом, я помню, блять. Гараж вроде был тоже с машиной. И все, блядь, вроде подлодки, лодки не было, или лодка была, я не помню, конечно, вот этого я не помню, я помню, что я через главный вход сбегал просто, и все. То есть я прям в упрощенную версию играл максимально, вроде как, проходил. Ну давай, где ты, блядь, идешь уже? Там у него слева он. Хорошо, слушаем. Слушаем. Просто через такую, блядь, щель увидел. Он туда съебасти надал. Так, вот сюда хорошо. I need some kind of level, хорошо. Да, твердочка еще нужна, ребят. Покедал паук. Давай смотрим, что здесь как есть. Бля, я так не хочу второй открывать теперь. Арбуз. Съебись. Так, арбуз здесь мы с тобой оставляем.
Там ебать сколько путей. Я в ахуе сюда. Так, это кар. А вот они. Пошли, бабуль, пошли. Пошли. Идешь? Идешь, точно? Идешь, заебись. Так, мне нужна отвертка. Где она у меня? Бля, она наверху, что ли? А где отвертка-то у меня? Я знаю, где она, блядь. Пошли, бабуль. Пошли, пошли, пошли. Идешь? Идешь? У меня внизу где-то, короче, ниже. Бля, крыса ебучая, иди ты нах. Вот здесь у меня была отвертка вроде как. Да. Yes. Oh, yes. Там столько всего, ребята, вообще забейте, блядь. Так, там такой, ну там длинный довольно-таки путь. Реально длинный, прям реально. Просто не понимаю, где паук, подожди. Вот, возвращается. Ты здесь стоит. Туда ушел. Пошли за ним, быстренько сгоняем. Сейф. Блять, сейфа. Бля, по-хорошему арбуз сейчас взял бы. Давайте с того кинем. И похуй.
Погнали. Бля, пиздец. Чё так вообще жестко? Смотри, сколько предметов здесь, вообще жесть. Мы по факту с тобой нашли для тачки ключи, бензин, двигатель же поставили, да? Вроде. Да. А кум там стоит уже по факту. Что, а туда что, подожди, еще нужно? Радиатор какой-нибудь, типа того? От сейфа мы с тобой нашли ключ. Бэдлок. Все, от главной двери, так понимаю, да? Вроде да, от главной двери это. Пусть пиздует туда. Короче, открыл я уже дверьку. Открыл я дверьку, мы можем через дверь сбежать, но я хочу посмотреть, что там в сейфе-то. А чтобы посмотреть, что там в сейфе, нам нужно... Бля, давай бабку вырубим, уже заебла реально. Где он мне, блядь? А где он? Где... А, он внизу, ниже находится. Здесь он лежит. А это где? Где ты, ёпта? Да нахуй, иди. Two minutes. Бля, ну уйди ты нахуй, ну пожалуйста, ебаный в рот, блядь. Мари, мы с тобой открыли уже 100% открыли эту, блядь. Дверь, то есть я могу прям... Бля, иди нахуй. Я могу через нее просто сбежать, понимаешь? То есть как нехуй. А, мастер кей еще нужен. Ну вот, нужен мастер кей, понимаешь? А, вот, кстати, он... Так, это нам не понадобится здесь ничего, правильно понимаю? Здесь мы уже открывали, здесь нихуя вроде интересно нового нету. Погнали к пауку, чё? В принципе, только у паука осталось следовать все. Все, осталось только, ну, следовать его и все. Локацию. По факту. И больше нихуя. Первым делом я туда сгоняю. А, у меня там от сейфа же точно. Еще сейф. Бля, он прям здесь остановился. Такой, на самом деле. Тебе тут остановился, рядом прям. Чё он так рядом ходит? Короче, надо ключ от сейфа забрать, исследовать до конца вот этот лабиринт ебаный. О, видишь, идет. Это что такое, блядь? Это что, блядь? Подожди-ка нахуй. Чё-то еще? Опа, блядь. Вот видишь, еще один исследовал. Это нам тема нужна тоже. Не понимаю, где он ходит, блядь.
Увидел нас. Да, далеко ушел, все. Сейчас, конечно, давай туда вдаль сгоняем, куда он гоняет. Где-то. Здесь возвращается. А здесь что нам нужно? King of a level. King of a level. King of a level, блин, какой-то нужен. Вроде он направо съебался. Да. А, ебать, так тут смотри, что еще. Чамкутер нужен еще здесь. Он сюда прыгнул, прикинь. Конечно, нужно, чтобы он туда съебался, быстренько сейчас пойду туда. Покедо, блядь. А если не такой быстрый на самом деле. Пошли, блядь, уже, ну. Пошли, пошли. Идешь? А где у нас сейф был? А, внизу, блядь, точно. Да, внизу он.
сосала бабка ебаная. Самопалка. Подожди, что это, блять? Wooden stick. Та самопалка, которая мне нужна. Бля, там скорее всего паука половина лута. Бля, мне еще нужно на еще. Ты тут наверх пойдешь? Нет, это все-то она. Где она, блядь? Пошли, бабуль, пошли. Идешь уже? Ну давай быстрее, пошли, блядь. Эх, такая ты медленная, конечно, я хуею с тебя. Так, а что мне нужно? Блядь. Давай обе возьму. Идет он там? Пошли, пошли, идешь? Давай обе возьму, посмотрим, что из этого нужно будет. Уж точно. Идешь? Да, здесь они куда упали. Идешь? Давай обе возьму я сейчас. Что это? А, это плитерс. Все. Окей. Мэн. Так, мне вот эти две штуки нужны с собой сейчас, понимаешь? Нужно мне их с собой стоп разобрать. Ой, она. Ой, она. Бля, серьезно? А палка упадет? Нормально-то упадет? Блять, серьезно? А, упала. Так, хорошо. Да, очень длинная серия. Туда он туда пошел. Здесь отвертка лежит.
середине встал. Так, это нам 100% еще, наверное, понадобится, поэтому... А палка, наверное, нет. Я, наверное, заберу сейчас с собой еще этот... Как он называется? Отвертку. Ебать, шо нахуй. А, мы съебались, все. Прикинь, мы ушли. Такая смотрит, ебаный. Так тут можно, типа, через пад. Бля, это кто нахуй? Кто, блядь, ее внук, что не ют? Зин, короче, тут можно через подвал уйти, на машине, так понимаю, на лодке. Через главный вход еще. Я думал, там просто откроется, что-то мы возьмем, блядь. Там, видишь, просто проход. Мы ушли, конечно, через подвал. Ну, то есть, ушли так, знаешь, через вот эту тему. Интересно, интересно. Тут, так прям, очень много выходов, входов и тому подобное. Не прощаюсь, мы с вами 100% сюда вернемся и попробуем другой, теперь, другой, типа, план выхода, да? Попробуем по-другому выйти теперь. Вот, спасибо за просмотр. Принцесса такая селика была. Вот, разделен на две, скорее всего. Хотя, может, нет, хотя она может будет в одной, скорее всего, будет в одной. Хотя, может быть, короче, посмотрим. Если видите две серии, значит, одна серия разделена. Если нет, значит, одна большая серия. Спасибо за просмотр, такая серия была. Еще сюда вернемся, еще раз попробуем пройти на изи, скорее всего, тоже, да. И попробуем пройти через другие выходы, входы, да. То есть очень много здесь всяких, ну, альтернативных входов, выходов и тому подобное. Это очень интересно. Всем за просмотр, такая серия была. Принц, увидимся в следующих сериях. Давайте.